Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Мы сегодня запишем четвертую серию по игре Kick the Buddy. Я заметил, что она вам очень понравилась. Она хорошо заходит на канале. Вы неплохо лайками ее поддержали. Да, и поэтому я думаю, что нам стоит ее обозревать дальше. Мы остановились в прошлой серии на том, что мы не до конца все мины тут изучили. Мы тут посмотрели ядерный взрыв. Последнее, что у нас было, кажись. Теперь переходим к следующей вкладке. Тут у нас какая-то есть пушка. МГЛ-МК-1. Опа, а ну-ка, проверяем, что это за пушка такая. Как она работает. Ух ты, она как будто кидает такие фугаски. И они, наверное, будут взрываться или дымом. Оно так тихонько взрывается. Ну туда одно. Я могу еще запускать их. А, да. Боже, она когда касается его, тогда она и взрывается. То есть, он можно под углом стрелять в него. Такой пушечкой. Бум. 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 Стоп, плиз. Бум. Бум. То есть, я могу под углом как-то так стрелять, чтобы она отбивалась от стенки и прямо на него падала. Ага, а когда на нее наступает, она не... А нет, взрывается тоже. Прикольненькая штука, правда? Необычные, как бы такие маленькие фугасные гранаты. Так, ой, боже мой. А если я их там много набросаю, например, они на дружку тоже бы реагируют. Ага, а может так. Боже мой, какая стрельба непонятная происходит. Так, идем дальше. Вип мы не можем взять. Базука, а ну-ка, базука, за голду. Чик, чик, проверяем. Так, бади, просыпайся. Давай, о. Работать пора, бади. Ну это базука такое себе. Похоже, мы уже с вами видели. Можно сверху. Сбоку, слева, справа, снизу. А ну-ка, сейчас его подбросим в воздух. О, можно и снизу подбрасывать его в воздух ракетами. Нормальная, нормальная тема. Так, дальше идем. Это мы проверяли с вами или нет? По-моему, нет. Сейчас проверим, что это. Ага. Ставишь такую бомбочку. И нажимаешь потом на кнопку, да? Такие бомбочки, как будто бы. Сейчас мы его тут обложим этими бомбочками. Но они не взрывают, не детонируют. Только по нажатию кнопки, судя по всему. 3, 2. Давайте тут еще их накидаем. О, можно их много. 3, 2, 1. Вперед! Они сразу все одновременно взрываются. Прикольненько. 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас на пол понаставляю. И нажму. Здорово работает, правда? Еще раз. Так, идем дальше. Смотрим, что тут еще есть. Следующая вкладка. Это у нас free. Какие-то дымовые гранаты. Давайте проверим. И разным цветом дым идет. Так, бросаем. А где дым? Ага, понемножку дым идет. Ага, оранжевый. Хочу зеленую бомбочку. Можно? А, 4 штуки одновременно только. Он может им дышать. Почему оно никак на него не влияет? Просто дымок такой себе. Но никак на него как-то... Он не задыхается от этого дела. Просто ты можешь дымовыми гранатами его забросать так, чтобы он в дыму себя почувствовал немножко. И максимум можно 4 штуки бросить. Больше не бросается, чем 4. Больше не бросается. Ладно. Следующее у нас что? Какая-то непонятная вот такая бомбочка. А ну-ка. Это у нас как будет работать? Развернулась. Фу. Ага. Это такая установка с бомбами. Ты стоя ставишь ее, она разворачивается и запускает. Боу! Прямо ему в бошку! Не, ну прикольно работает. Еще раз. Разворачивается и запускает. Боу! Классная. Типа такая установка, которая имеет в себе один снаряд. Ставишь, чикс, разворачивается и запускается. Оу! Только сейчас не попал. Надо немножко на край. Сюда поближе. Вот сюда. Теперь, по идее, долетит. А может и нет. Сейчас посмотрим. Боум! Вау! Она что, самонаводка еще к тому же? Странно, как она работает, странненько. Monkey Bomb. Бомба обезьяна. Проверяем. Ставим. Это забавно смотрится. А он что... О, боже мой. Еще раз хочу, только поближе в этот раз поставлю. Они два друга, обезьянка. А что он от нее убегает? А я могу их несколько поставить? 2, допустим. 3. О, обезьяны захватили Бади. Сейчас как рванет. Они механические, видите, они роботы. Обезьяны-роботы захватили Бади. Обезьяны-роботы. А ну-ка, окружаем. 2 сюда. А, это 3 максимум. Больше нельзя.
Три максимально. Бу-бу-бу. Не дали ему проснуться. Обезьяны-роботы. Окружили бади. И одну сверху туда еще ему. О, вообще замечательно. Классно. Бу-бу-бу. Все повзрывалось. Дальше пошли. Так, это у нас какая-то стинки-бомб. Что за стинки-бомб? Так. А как это работает? Какая-то механическая бомба? О, куда он побежал поверху? Куда он пошел? А он задыхается. Это газовая бомба. Мы сделали из его домика газовую камеру. Видите, он позеленел, бедолага. Еще раз. Как он будет снова бегать сейчас по этому, по стенкам? Я могу их несколько поставить. Три штуки максимум. Так, реакция. Реакция Бади на бомбочки. Пока никакой. Пока никакой. Почему он не зеленеет? О, пошла жара. О, задыхается. Ой, все начинается. Задыхается. Все-таки газы на него влияют. Все-таки немножко есть такое дело. Так, матрешка. Это должно быть прикольное. А ну-ка, матрешечку. Бумц. Сколько штук могу и поставить? Одну. Бум. Это русское оружие. Матрешка. А что он говорит? Он иногда говорит фразу «Матрешка!» А сейчас он мне это не озвучивает. Прикольно! Мелодия такая. Гляньте-ка, еще вылазят. Сколько их? Сколько тут матрешек? Они вылазят и вылазят постоянно. О, еще одна. Куча матрешек. О, еще матрешка. А что будет в конце, интересно? Ну, в конце просто сильно-сильно рванула она. Классный, матрешка, она очень крутая, мне понравилась лично. Так, есть какие-то ракеты с самолета, снаряды с самолета, а ну-ка. Почему-то я сюда навелся. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум! О, чувак вылез какой-то! Ты кто такой с баблом тут вылез? Классно, давайте на него поставим прицел. Так. Incoming! И ракеты, бум-бум-бум-бум! Атака с самолетом, атака с воздуха! Еще. Так, еще одна атака. Бум-бум-бум-бум! Бум-бум-бум-бум-бум! Не, классные, эти ракеты мне понравились. Матрешка пока что больше всего, конечно, мне понравилась. Бананы. Банана голд. Опа. О-о-о, а что это он сигару курит? Смотрите-ка, смешной банан с сигарой. Тут-ту-ту-ту-ту. Курение вредно для здоровья. А, банан разлетается на мелкие бананчики. Такое подобное тоже было в Вормсах, кстати. Значит, священная бомба была в Вормсах. Аллилуйя, и взрывается. А также была и такая штука тоже. Ты кидаешь бананчик, а с него разлетаются еще другие маленькие бананы. То есть разработчик этой игры явно когда-то играл в Вормсах. Явно. Тут сколько бананов. И бананы тоже все взрываются. И я так люблю бананы, но тут они какие-то такие опасные. Так, что это такое? Needle bomb. Какая-то колючая бомба. А ну-ка, как ее запускать? Она будет цепляться к нему. Она просто колючая. А что она... Ага, когда она взрывается, разлетаются колючки в разные стороны. А сколько штук я могу их забросить? Так. Сколько? Три штуки? Четыре? Он как она бросала. О, он ведь в колючках. Бедный, мне так его жалко. Это все для видео, ребята. Это все, конечно, нехорошо, но это ради видео. Мегабомба. Проверяем мегабомбу. Так, Бади. Мегабомба. Он дрожит. Гляньте на него, он реально дрожит. 4, 3, 2, 1. Похоже на ядерную бомбу. Похоже, очень сильно. Но тут, короче, бомба жесткая. Получается, сейчас у меня появилась еще одна бомба в этой серии, любимая. Матрешка первое место, а мега-бомба пока что второе место. Динамит Вест. Так, за голду. Динамит. Это какой-то пояс с бомбами. Да? Как мне ее поставить? А, вот. То есть... Я на него одел пояс смертника. Знаете, эти, которые взрываются, ходят... Вот, так это сейчас я на него, получается, одел этот пояс. Я могу дождаться, пока он сам рванет, а могу сам нажать, получается, на этот рычаг сбоку. Так, Бади, просыпайся, надо как его собрать. Может, на урну нажать? Так, о, все, я его в урну запихнул. А все, ожил. Значит, я сейчас эту бомбу еще раз использую, одеваю и пробую нажать сейчас на рычаг. Бум! Это жесть, как жестоко. Мы надели на него пояс с бомбами. И в самый неподходящий для него момент взяли его и рванули. Так, флеш-гранат. Флеш-гранатка. Берем. Смотрим.
Что за флеш-граната? О, ожил, восстановился. Держи. Ну, как бы обычная граната, как ни в чем не... Не бывало. Гляди на его глаза. У него глаза посинели почему-то. Это такая флеш-бомбочка. Еще раз проверяем, как она работает. А сколько штук? Одну максимум можно. Больше не запустить. Баба! Опять все белое. Мега взрыв, и все белое, и он с ума сходит, гляньте-ка. У него снова глаза перекосились. Но эта бомбочка просто жесть. Она очень крутая. Красивая такая. И она очень жестко стреляет. Третье место заслуженно эта бомба занимает пока что. Третье место. Гляньте, как его колбасит после этой бомбы. У него глаза такие становятся дикие. Так, и что у нас еще? Вот такая имеется. Какие-то лазер-майны. Берем лазеры, ставим чик. Ага. О! То есть, получается, мы ставим бомбочку, и он как будто бы лазер появляется. И нам нужно... А могу на стену прицепить? О, могу. Или не могу? А я должен ее так бросать. Ага, она цепляется. О, ну это крутая. Как, знаете, этих фильмах, там, где Джеймс Бонд постоянно где-то пробирается. Или какие-то ограбления там, где бывают. То есть, нам, нас Бадди сейчас должен не попасться на лазеры. Круто! Ну это же здорово! Гляньте-ка, эти лазеры, это волшебно просто. Я сейчас возьму его туда на лазер вверх заброшу. И оно все детонирует и сразу же рванет. Классно с этими лазерами придумали они. Мне нравится. Не, ну прикольненько. И когда попадает он, получается, на лазер, сразу бомба взрывается, и ему гоплык приходит. Значит, что мы можем подытожить? Что мы с вами добрались до конца списка. Пока что больше нету гранат. Значит, первое место у нас сегодня занимает матрешка, наверное, да? Второе место это мега-бомба занимает у нас. И третье место у нас занимает флеш-граната. Все очень прикольно было. Если вам ролик понравился и вы ждете следующей серии, не забывайте поддерживать лайком. Возможно, мы в следующей серии какой-то декор другой поставим, чтобы было как-то немножко разнообразие. И что-нибудь еще новенькое будем тестировать и проверять. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ниломоб. Всем пока-пока.